Наля, я прошу тебя, не волнуйся за меня. Так держи себя стойко, как и финскую. Не забудь, что я свою жизнь дешево не отдам. Пишу тебе с фронта. Уже был в 3 жарких схватках. Выскочил из горящей машины. Пока жив и здоров, начальство меня представило к правительственной награде, ордену Красного Знамени. Знаешь, какая здесь жара? Скоро яблоки, груши, подсолнухи. Как бы я хотел прислать вам с дочками хотя бы по одному яблочку, но, увы, это невозможно. Миллионы жизней за мирное небо. Вспомним каждого. 9 мая в прямом эфире РТВ Иваново в 11:00 смотрите Парад Победы. В 15:00 шествие бессмертного полка.